Крещенский пруд год от года становится все более популярным. В прошлом году в Крещенскую ночь сюда приехали более 400 человек, а на этот раз гостей было еще больше. Чтобы ускорить сам процесс и сократить ожидания, сделали два спуска в воду. Организаторы предусмотрели два пункта обогрева и даже развели неподалеку от водоема огромный костер, чтобы люди могли погреться возле него после омовения. Настроение царило поистине замечательное. Взрослые дружно подпевали баянисту, а дети танцевали в удалой народной манере. Потрясающе! Все очень здорово, все очень хорошо. Во стену тьма колюсь, как сено запало всюду, а из окон и потолок ледяной, весь путь. Я пришел посмотреть, как здесь люди купаются. А сам хочешь попробовать? Нет. По русской традиции, в завершении молебна и после чина великого освящения в память о том, что Господь своим пришествием в мир осветил всю землю, был дан старт массовому окунанию. В ночь субботы на воскресенье 19 января в Одинцовском городском округе проходят традиционные крещенские купания. По доброй традиции корреспонденты Одинцовского телевидения ежегодно принимают в них участие. Задание испытать на себе ледяную воду я не испугалась. Бодрит, классно! Желающие окунались в прорубь, осеняя себя крестным знамением. Все поддерживали друг друга. Зайти в водицу, которая чуть превышала температуру в 0 градусов, отважился не каждый. Поэтому пока одни в полной тишине совершали погружение в ледяную воду, другие шумно подбадривали смельчаков на суше. Огонь! Ой-ой-ой, холодно, очень, но хорошо. Отлично! Оцениваю данное мероприятие на высшем уровне. Прошло почти 70%. Это составляет где-то больше 500 человек. На сегодняшний момент мы видим уже людей, которые окунаются, выходят довольные, радостные в такой великий и хороший праздник. Выйдя из проруби, уже одевшись, с радостью и веселым задором, люди продолжили праздновать крещение Господне. На горяченькая полевая кухня, ароматная каша, чай или сбитень и обогрев у костра. В завершении ночных купаний небо над Сколково озарил разноцветный салют. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».